Елки за криптовалюту. Фермер перевел свое хозяйство на блокчейн и торгует елками за биткоин в Подмосковье. Предприниматель Михаил Шляпников объявил, что блокчейн позволит фирме выжить в современных условиях без банковской поддержки, высокой накрутки ритейлеров и перекупщиков. На экскурсию по приобретению елок записалось уже несколько десятков человек. Услугой пользуется продвинутая молодежь, имеющая представление о криптовалютах.